Всем привет, ребят, с вами Айсанка Плюс. Да, у меня чуть другой голос, и я вернусь спустя столько долгого времени. Сегодня я буду снимать про существо, которое еще ни разу не снимал. Это Дзаламб, ягненок по-русски. Это монстр Тревора Хендерсона. И считайте, он брат Биг Чарли и Литл Наггета. Это тоже другие монстры Тревора. Давайте уже зайдем в одиночную игру. И создадим новый сид. Новый мир, точнее. Так, режим игры выживание, как обычно. Настолько мира тут. Давайте назовем мир. Давайте интереснее как-то, например, ягненочек. Ой, у меня другая какая-то авиатура. Вот-вот. Ягненочек. И улыбки. Все добавили. Так. Так, вроде тут ничего менять не надо. Вот настройка мира, режим игры выживания. Теперь нужно сид вписать. The Lamp маленькими буквами. Сид — это самое главное, вот. Ладно, давайте уже не тянуть, давайте запустим мир и посмотрим, что на этом сиде мы встретим. Так, загрузка мира. Сейчас мы переместимся. Так, загрузилась. Вот. Я сейчас в Майнкрафте. Это мой новый скин, кстати. Старый мне уже надоел. Так. Тут курочки. Ну, тут прикольно. Тут пока что ничего нет. Ну да, я только заспавнился, логично же. Что это? Что? Какой-то странный ландшафт. Не в первый раз, конечно, вижу, но в Майнкрафте на компе, вот я первый раз. Кстати, нет, по-моему, не первый, нет, не первый раз на компе снимаю. Ну, сиды я на первый раз на компе снимаю. Так, давайте придем сюда. Тут поляна целая. Плоть какая-то там, ладно. Короче, идем. Что-нибудь встретим. Тут получается какое-то поле, или как это называется, низменность, что-то такое. Вот это дерево меня очень настораживает, ничего такого вроде мистического, но странный какой-то ландшафт. Генерация, точнее. Ну, мир как мир, вроде ничего, но вот это дерево вообще. Ладно. Что я тут бастую над этим деревом? Давайте уже пойдем туда, куда-нибудь. Тут леса, горы всякие. Давайте, короче, дерево уже добудем, а то я смотрю, голод уже тратится. Надо поторопиться, надо еще еду добыть как-нибудь. У меня нет печки, угля. Короче, капец. Ну, вроде можно и сырой сесть, но там что-то может случиться. Там отравление, может, даже бывает. Ну, мне лень что-то добывать уголь. Ну, как всегда, я лентяй. Сейчас этот... кого-нибудь прибьем. О, курочка. Прости, но я хочу есть. Так, что-то убегает. Я знаю, ты милаша, но мне надо будет тебя съесть. Ладно, все. Так, одна курятина есть, можно и сырой. И... Что? Что это такое? Палатки? А разве такое нормально? Такое бывает на седах? Такое реально бывает на седах? Разве? Бревна, верстаки. Походу, кто-то уже был до меня, но... Как это сохранилось-то? Палатка? Что? Ошалеть.
Так, ну тут какие-то настройки, что? Реально, как тут палатки всякие? Это, походу, какой-то костер тут. О, там лес. Давайте туда пойдем, может, там что-нибудь найдем. Поилки для птиц тут еще. Интересно, что это все значит. Ладно. Там, походу, кто-то уже был до меня. Костры разводил как-то. Ну, я попробую тоже зажечь. Блин, как тут красиво, реально. Ладно, сейчас не до этого. Нам надо найти что-нибудь вот в этом лесу. Попробуем что-нибудь найти. Но вряд ли я что-то найду. Давайте уже поедим. Блин, у меня голод теперь. Ну, вот эти мяски. Я их раньше, кстати, мясками вот эти штуки называл. Ну, короче, мяски не тратятся. Знаю, может, тебя как-то кринжово называют, ну ладно. Что-нибудь найдем сейчас? Ну а чё, я тут ищу просто поле. Что тут можно найти? Ну, например, краситель. Можно вообще переработать просто краситель? Ничего себе, реально, оказывается, можно. Да. Я что-то забыл вообще про Майнкрафт. Про его особенность. Блин, опять какая-то фигня тут. Ну, походу, тоже что-то было. Может, тут какая-то хижина была, не знаю. Печки, ничего. Ну, верстак, что тут искать? Сундук. О, тут что-то заросли какие-то. И сумка. Что? Какая еще сумка? Откуда тут сумка вообще? Очень странно. Давайте посмотрим. О, тут всякие вещи, пластинка. Блэк Джерри какая-то. Зефир. Что тут только нет. Давайте, короче, обратно к костру вернемся. Так, я тут хочу вернуться, но я видел, короче, каких-то литл наггетов. И они меня хотят убить. Видите, видите? Не, а почему они сейчас агрессивные? Вроде они добрые. Может быть, есть и добрые, и злые. Кто знает. О, это вроде добрый. Он на меня не нападает. Ну, Сид Ламба, что тут еще делать? Как бы Тревор Хендерсон, конечно, тут Литл Наггеты будут бегать по Сиду. Особенно, когда я на Сиде Ламба играю. Но Ламб это ягненок по-русски, я тогда буду просто по-русски или по-английски говорить это. Ну, вроде все знают, как он выглядит. Это такое, типа, четвероногое существо. Из красного мяса состоит, и вместо лица у него какая-то дырка в башке. Не знаю. Странно выглядит. И эта хрень может летать. Это самое стрёмное. И она еще быстрая очень. Я боюсь, что если я встречу, мне сразу прикончит. Ну ладно, давайте вернемся уже к этому костру. Так. Тут верстак. Так, давайте крольчать, ну, поедим. Огниво возьмем. И полено, полено. Надо создать костер. Вот. А так можно пожарить ее? Не жарится. Ну, этот костер, наверное, чисто типа для декорации, может. Или для тепла, скорее всего. А вот этот серый очаг, это то, что как раз таки жарить что-то. Но там нужен уголь, поэтому я не могу. Поэтому давайте сожжем ее в этом огне. Может, она пожарится? Нет, нет. Все, короче, минус одна крольчатина, ну ладно. Тут палатка. Так, давайте посмотрим еще что-то. О, давайте вот эту пластинку включим. Вроде я где-то такое слышал сейчас. О, голод, кстати, прошел. Сейчас еще крольчатины поем. Так, надо еще что-нибудь закинуть, чтобы сердца восстановились. Так, тут уголь. Ага. Да, все, сердца восстанавливаются. Все, теперь все топ. Так, ну тут много, поэтому я не могу ничего тут жарить.
Давайте послушаем. О, это очень знакомо. Это, по-моему, мелодия картинка. Это, да, картинка это. Но причем картинка это? Ну я же не сидел амба, а не картинка это. Мультяшного кота. Капец. Ладно, давайте вырубим это. Ну ладно. Давайте пожарим зефир. Хотя, мне кажется, это не выйдет. Давайте тогда просто сырым оставим это. В сыром виде можно тоже есть. Так. Давайте сюда сядем на бревно. Ну, прикольно. Ладно, давайте сюда лучше пересядем. Нет, не сюда, не сюда. Вот сюда. Ладно, давайте я посижу. Ой, блин, что-то я проспал все это время, получается. Что-то я вздремнул как-то. Ладно, тут уже ночь. И теперь я слышу какие-то странные звуки. Что еще за звуки? А, давайте костер снова включим. Реально, что тут звуки такие? Может, включим пластинку? Давайте посмотрим. Звуки усилились. Что за звуки такие стрёмные? Что это? Это откуда вообще? Звуки, как будто что-то летает. Зомби. Так, давайте лучше туда отправимся. Меня сейчас сожрут. Так, давайте туда. Вот там звуки очень сильно были слышны. Так. По траве поскачь. Что? Что? Это взлом. Он летает. А что с ним? Он не атакует меня? Ой, паук. Блин. Давайте его подожжем, но меча нету. Так. Блин, мне же бы сейчас все не спалить. Так. Блин, какой живучий. Фух, сдох. Блин, я сейчас лес спалю или что? Поляны. Давайте это оставим мне, блин, на самом. Надо было подушиться. Так, ну там ламп был вот этот. Блин, что-то стрёмно даже. Блин, вот я, короче, скакал, я на паузу остановил. Я огниво, во-первых, обронил где-то. Во-вторых, у меня куча мобов скакала. Это вообще просто... Сколько мобов спавнится? Может, легкую поставить лучше? Ладно, давайте на нормальную. Давайте доиграем этот тип нормально уже. Ну, я встретил ламба, и... Он меня почему-то не атаковал, он обычно атакует, что с ним было. Но он летал вроде как. Так вот, блин, зомби, всякие криперы сейчас начнут вставать. О, блин. Так, ладно, давайте на наш костер вернемся. Что? Это ламп. Он... Блин. Он жуткие звуки издавал. Ничего себе. Что он там делает? Он же не атаковал меня. А что он меня тут накинулся на меня? Капец. Ну, сейчас вроде уже ночь заканчивается, но не знаю. Монстры Тревора вроде и утром могут существовать, но некоторые могут только ночью. Но ламп, я не знаю, он может быть и ночью, и утром, но по фоткам Тревора он только ночью изображался. То фонаря, то на парковке, на рисунках. Ладно, давайте вернемся туда, может там ламп еще есть. Обычно могут пропадать даже монстры Тревора, но... Бывает, что и не пропадает, поэтому давайте лучше проверим. Вроде в ту сторону надо идти. Ну, тут мобов, кстати, меньше намного. Вот уже восход скоро будет. Так, опять зомби, криперы всякие. Так. О, вот он там. Давайте за ним как-то проследим аккуратно.
Он прям агрессивный сейчас какой-то, он прям быстро двигается. Блин. Какой он стрёмный. Ой, блин, да чё тебе надо? Снова привалил. Капец. Ну, главное, что мы его увидели. Реально, он какой-то агрессивный был. Ладно, ну, если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся. Давай, до свидания. И давайте, пока. Thank you.